Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, дикий волк, кокос, как всегда, отличнейшее настроение, пацанчики, скажите привет. 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 Сегодня у нас очень классная ролика, сегодня будем проходить сюжеточку, я сейчас понажимаю эти классные клавиши, и мы будем начинать. Включаем камеру. Плохо, что не нумеруется ночь, и не показано сколько времени. Хотел я вообще, ребята, запустить сюжетку, прям гейм-мод. А он не работает нифига, у меня эрорки, кнопки не работают, не нажимается ничего. Поэтому будем играть то, что есть. А что ты там заныкался? Дикий волк. О, к нам мангал идет. Мангал пропала. Так, это значит, они начинают на нас нападать. Так, все спокойно. Ночь. Кстати, сейчас должна музычка идти тут стрёмная. На этой карте всегда так сделано. Мангал. Всегда на эту комнату попадаешь, когда клацаешь? Странно, как-то здесь работают камеры. Слышишь? Да. Фредик? Бонни ушел. А раньше ж не было, да, этих шагов? Были. Были? Я никогда не замечал. Ой, свет, 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 свет. Уходи. А его света можно отогнать? Да. Отгонять. Если его не отогнешь, к нам... Не отогнешь? Это что она... Ой, ты слышишь? Это что-то новенькое, ребята, балунбой этот. Кишки у тебя с живота ест. Нам здесь будет задница. Я ухожу. Нам придет Фокси. Я вспомнил, пацаны, надо немножко отойти. Мы тебя пожертвовали аниматроником. Ты жертва, жертва аборта. Во благо Родины мы тебя оставляем. Да. Свет могу еще нажать? Что-то свет... А, он пока тут свет не работает. Он батарейки украл. Кто-то идет. А где он батарейки украл-то? А камеры работают. Он будет держать тебя в этом, в плену, он тебя не отпустит. Это будет он... весь ролик так. Он меня обнимает. Он любит обнимать. К нам скоро мангал придет. Да, мы тебя вытащим. Во. Давайте, а давайте мы его подвинем, слышь, иди отсюда. А что, так можно было? Ребят, давайте всех аниматроников будем относить, которые будут приходить. Вот, вон вентилятор. Боже, я так дернулся. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Мы записываем режимы, рубрики и веселимся. И веселим подписчиков. Это весело. Веселье полные штаны. Я хотел ее взять, перетащить, она нас сразу замочила. Она, наверное, отомстила за балунбой, то, что мы его отнесли. А вон он сейчас стоит там. До сих пор? Да. Эй, я тебя... Блин, а за что меня? Кто это? Мангал. Блин, откуда ты взялась, мангал? А ее взять нельзя! Не берется она. Так, давайте я зайду еще разок. Прокидай. Так, отлично. Пацаны, заходите, может? Или она так не убьет? А, нет, не убьет. Он у нас батарейки украл, мы не прогоним ее. А, блин. Порог жертвоприношения. Надо было попробовать балун боя на С удалить. Стоит, стоит. Что-то долго стоит, пацаны. Ну я не могу пролезть почему-то здесь, так разработчик не дает нам пролазить. Все, я пошли. Вижу Чику, я вижу Чику. Пошли, она пошли, потихоньку. Погнали. Она в другой части. Это хорошо, давайте валить. Это охранники. Так, я начал быстрее почему-то тут лезть. Странно сделал разработчик. О, пацаны, осторожно, спал. Скользкие полы. Можно удариться. О, дверь можно там удалить? Давайте поудаляем, а чё? Мы можем ходить везде. Это же Гаррис Поттер, тут можно делать что хочешь. Ах ты негодяй, ах ты негодяй, я тебя прогоню отсюда. Так, давайте попробуем его просунуть. О, идемте его. А где со сцены ушли? Фредик вот стоит. Так, я не могу его просунуть, этого жарабаса. Табличка, видимо, не дает. Хорошо, стой тут. Ой, марионетки, мангал. Все на нас активировались. Так, анимация Фредди. Бак в толкане сидит. Такие шумы куча, прям миллион шумов. Ой, странно, что она меня не убила. Пацаны, если мы там не стоим, они будут у нас нападать? Пошли чекнем. Они все там, что ли? Никого нету. Они все... Че, балунбой батарейки реально украл? До сих пор не работает свет? Да. А как его... Надо было, что ли, нажать вовремя фонарик, да, чтобы его отогнать? Да. Из-за тебя, видишь, ты не смог нажать вовремя, и мы проигрываем. Мне кажется, любого можно обвинить так. Ой, 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 надо прятаться. Так, пацаны, заходите. Чика, она нам покушать прислала. Да-да-да.
А нет, ее так не убьешь. Надо гранаты кидать. Ой. Ой. Неудачно после гранаты кинул, да. Надо слабенько, вот так вот. Ой, четко попал по ней. Не, их не берет, они заскриптованы. Мы пытались даже бомбами их взорвать как-то. Оно... О! Шкатулка, пацаны. Все. Нападение со всех сторон. Я хотел еще кнопки нажимать, но это ни к чему. И так хорошо нападают. Я, видимо, надо было... Я кексик дал. Ну, а, наверное... Ой, дикий волк. Прощай, ты был хорошим человеком. Там уже нет, мангл. Заходи, заходи. Бонни. Кто-то идет. Пацаны, почему так жестко нас щемят? Это же шестая ночь? Там Бонни к нам тоже подходит. Марионет. Ой-ой-ой, ты что, она тебя откинула в сторону? Марионет. Прикольно. Можно брать? Кого? Ган, брать. Не знаю, хочешь, бери. Но она тебя не спасет. Ну почему она не уходит? Я не знаю, она очень долго стоит. Она ждет ролик Димаса. А, да, пока мой ролик не выйдет, она не уйдет. Она хочет в тренды попасть. Так что, ребята, смотрите ролик до конца. И тогда ролик попадает в тренды. Так я заметил, работает. Ай. Напряженная атмосфера, но ничего не происходит. Куча шумов, они все активированы, но мы не умираем почему-то. Ох, мы прогнали Бонни. Да? Да. Я так боюсь выходить, они не боятся. А ну попробуй пройти, убьет или нет? Ого, твой труп откинуло. Как в фильмах ужасов, когда убивают и потом труп кидают тебе. Ё-моё. О, Фредди пришел, заходи. Крошка, крошка, быстрей. Здравствуйте. На. Он меня убил. А, он скример кинул, но я живой. Все. Фонарик, чтобы мангл, чику... мангл. О, давайте попробуем это чику отнести. Не пол... Блин, не получается, да. О, там кто-то уже есть, я его зацепил кого-то там. Что, из наших кто-то ходит? А, то из наших. Голубой также стоит. Так, голубой, давайте почекаем камеры. Ой, ушла! А наконец-то. Она влево. Отлично, отлично. Чика. Это получается, что теперь у нас всю серию не будет электричества из-за того, что он украл батарейки? А, не, ну получается тут работает. А что если попробовать пойти у него забрать? Ух ты! Все равно просто три трупа. И все, ничего не сделать. Да, жестко они с нами. Его нету. Аккуратно, мангу. Все отлично. Ой, ушел. Все хорошо. Он до сих пор тут стоит, пацаны. Фредди. Слышь, а давай нам батарейки наши, вор. Мочи, мочи его. Короче, давайте вообще его удалим. Ты никто. Все. Пацаны, я удалил сюжетки Балун Бой, он к нам больше не придет. Батарейки. Это когда новое прохождение FNAF. Удаляешь всех аниматроников и проходишь. Димас? Да. Давай, буду фонариком. Ты фонариком будешь? Да. Хорошо. Но у тебя, наверное, не получится, они тебя убьют. Лицом своим светить. Ой, мангл. Так, давайте посмотрим шкатулку. Закрыто. А тут можно крышку удалить? О, крышку удалить. Сегодня та серия, когда мы все удаляем. Я живой, это был скример. О, марионетки нету, она где-то ушла. Где она ходит? Линдает. Посмотрите в шкатулку. Ой! Я не знал, что она придет, это обстоятельство. Резко просто, хоп, она есть. Ой, я не буду подходить, чё-то цыкаю, пацаны. Не, ну хорошо получается, пока мы проходим. О, Балун Бой пришел по скриптам. Давайте проверим, будет работать сейчас фонарик на рабочем столе. Ах ты! Ты ее отнес, что ли? Жестко ты полетал, Димас. Теперь я новая марионетка. Да? Ты вселился в нее? Она застряла во мне. Да? Она хочет тебя засунуть в свой костюм.
не позволяй ей. Ой, кокос, ну ты мочишь. Он тебя, она тебя убила. Это было не ее. Так, пацаны. Что-то очень тихо, да? А чего в шкатулке сидеть? Бомба. Так, одна бомба здесь. Одна бомба здесь, как всегда. Мы же проходим. Вы знаете, что просто на этой карте FNAF 2 бесконечная ночь? Мы сейчас будем так делать, чтобы это была не бесконечная ночь. Пацаны, я не знаю, я уже там штук 6 положил бомб. Ой. Все, я мщу за всех, пацаны. Я, походу, Мангу не хотел, чтобы мы заканчивали. Ну да. Ну а что делать? Надо заканчивать. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ну как всегда, вот без этого никак.